трешки. Не, нам тоже трешки сопротивляются. Второй этаж спрятался. А, снизу. А может быть, наверное, языка размера возникла. Ты не убегай только, Жень, пожалуйста. Ветер это да. Всем доброго времени суток, с вами канал Артмания, и мы находимся в Кошеве, Самарской области. Сильный ветер. А, Женька занесло, Женьку. Так, ну вот мы дома, приехали, устали, ездили мы в Кошелев, немножко вам снимали, был дождь, ой, не дождь, а был снег, сильный снег, у них там сильный ветер, вдобавок я встретилась со своей подружкой, которой мы когда-то очень хорошо дружили, и потом вот нас жизнь раскидала, ее вот туда, я осталась в центре города, и находимся друг от друга больше, чем 10 километров. Вот, с ней увиделись, пообщались, погуляли по магазину. Вот, и вот что купили. Ну, это магазин продуктов, мы зашли, грейпфрут. И банан 22 вышел, грейпфрут, не помню. И лакомка, она по 40. Не знаю, что-то последнее время на лакомку подсела. Вот, зашли мы с ней в Икею. Купила такую баночку. В принципе, вы дальше увидите, для чего я ее купила. Вот, но муж ее взял мне и разбил. Вот, в принципе, дырка. Видите, наверное, вот она. Не знаю, как будем дальше. Может быть, есть жидкое стекло. Как-то это ее там заделать. Посмотрим. Вот, для чего я ее купила, увидите дальше. Вот, купила стаканчик такой, 99 рублей стоил. Вот, хорошо, что я взяла его один, иначе было бы обидно, если бы он остальные разбил. Так, этот стоил 130, ну, 129. Вот, так, это 99. И форма для хлебушка я взяла. Она стоила, оказывается, 400. Было написано 250. Но на кассе я увидела 400. Алюминиевые формы вроде бы как хорошо подходят для хлеба. Ну, посмотрим. Хотя будет такой он довольно длинный. Вроде вот написано там кило 900 или кило 800, я так понимаю, это получается кекс или хлеб. Ну, я хочу хлеб, посмотрим. Будет длинненький хлеб. Хочу хлеб печь для продажи. Поэтому я ее купила для себя. То у меня есть другая форма. Вот. В следующий раз буду печь, попробуем, что там получится. Вот. А это в Ашане купила где-то около 51 рубль. Не знаю, хочу попробовать. Вот. Также в Ашане купила. Было два ментоса. Один по дороге я уже слопала. Купила пиалочку. У меня две пиалочки уже есть для
мастер-классов по кулинарии. И купила вот я третью. Думаю, надо три. И купила чашку вот такую, потому что пластмассовая чашка часто нужна, когда блины печешь. Вот все вот там размешать, мне оттуда брать удобно. Там картошку помыть, или, не знаю, что-то еще помыть. Ну, такая она небольшая, нормальная. Вот. Так, это стоило у нас 70 рублей. А чашка у нас стоила... Короче, вот тут чек. Так. А, салатник, да, 70. Конфета 37 рублей. И миска 77 рублей. Вот. Так, вот так. И щеточка. Мы с подружкой напополам купили. Мне нужна была щетка, а ей нужен был совок. Вот. И мы пополам. Получилось у меня на 50 рублей она. Стоила 99, получилось 50. Вот. У меня уже Дима начинает подметать. И я думаю, ему будет такой щеточкой, она маленькая довольно. Ему будет удобнее подметать, чем большой. Вот. У меня была, но во время переезда она куда-то убежала. Вот. Ну и машинку также. Подружка подарила машинку для Димы. Вот, в следующий раз я поеду, наверное, для ее дочки что-нибудь попытаюсь собрать. Потому что в этот раз был праздник, был не до этого. На улицу я выхожу редко. Было неизвестно, увидимся мы, не увидимся, как, что пройдет там. Вообще поедем, не поедем, потому что там и метель была. И МЧС присылали сообщения. То есть, ну, неизвестно было до конца. Вот. Ну, не знаю, опять же, это все отговорки, да, я знаю, подружка, ты смотришь ролик, но я что-нибудь обязательно подготовлю, нужно обязательно подготовить. Вот. Так, ну и вот, в принципе, у нас сегодня получилось. Так, здесь у нас пятерочка, сейчас посмотрим. А еще мы в Макдональдс сегодня сходили, покушали хорошо. Господи, я не знаю, сколько тут цена. Я вижу сумму 7 рублей. Короче, мне меньше 1000 вышло немножко. Как раз здесь 627, 600, 700, 800, 900. Ну, хотя, да, около 1000 как раз вместе с пятерочкой. Вот, банан. Я люблю зеленые бананы. Еще во время беременности я покупала часто их. Вот. И нашла зеленый с трудом. Но это еще не такое, бывает зеленее. Вот, и буду с вами прощаться, наверное. Хотя, не знаю, сейчас я хочу попить его. Может быть, сейчас налью стаканчик и покажу вам. Тогда попрощаюсь. Так, ну вот я помыла, смотрите, стакан. Он стал красивый. Открыла ее. Была еще такая штучка, как у подсолнечного масла. Сболтала, по-моему, я немножко. И наливаем. На вид он похож. Да, пенка бы хорошо туда. Это у нас капучино итальяно. Ну, конечно, тут нарисовано совсем другое. А мы же смотрим сюда, что нарисовано, да? А выглядит, да. Как-то так. Давайте попробую. Вкусный. Вкусный, как в автоматах в этих. Я помню, училась, когда покупала всякие такие капучино. Да, его если еще сейчас, кстати, разогреть в микроволновке. На самом деле, я хотела этой фирмы молоко купить, но не было в больших пачках, было маленькое совсем пачка. Можно такое, да, покупать. Такое, кстати, покупали больше, чем там еще было какое-то другое. Вот вам небольшой обзор. На вид как какао просто. Вот, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь. Пишите комментарии обязательно. Пили вы такое, не пили. Покупали ли вы такие покупки, которые у меня? Купили бы вы их? Вот, какая покупка вам больше всего понравилась, напишите в комментариях обязательно. Вот, и всем пока-пока.